Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня я вам покажу клетку. Это моя авторская работа, клетка для канареек. Для канареек певчих, для цветных, для декоративных канареечек. Все это подходит. В общем, будет смотреться красиво, как канарейка в клетке, так и клетка в вашем доме. То есть вы уже можете сейчас посмотреть видео и представить, где вы поставите такую клетку под ваш интерьер. Возможно, кто-то захочет сделать более темную или более светлую клетку. Вы можете написать мне на WhatsApp 8-928-231-6107. Внести свои предложения, пожелания по цвету, по размерам. Все это индивидуально обговаривается, и клетки делаются в единичном варианте. Ну, кому-то две, кому-то три можно сделать. То есть все это индивидуально. Цвет, размер. Но сейчас образно клеточку я вам покажу. Вы посмотрите, как это выглядит модель. И клеточка завтра уже уезжает к своему новому владельцу. Приятного просмотра. Смотрим. Данная клетка многофункциональная. Клетка оснащена двумя дверцами. Центральная дверка для подачи корма. Раз. Корма насыпали, поставили на место и закрыли. Водичку также легко менять. Поилочку сняли, сполоснули, чистой водички налили, вставили. Это все идет в наборе. Вот в комплектации идет кормушка, поилка, две жердочки. Это комплектация. Дополнительный обвес, это у нас может быть ванночка, купалочка у вас уже дома есть. Я приготовил вот такой вот турничок, переходник. Это для того, чтобы вы могли открыть клетку, повесить такой переходничок сюда. Это все очень просто. Переходничок идет обязательно в наборе. А вот такую купалочку по желанию. Если хотите, я могу сразу за дополнительную оплату добавить сюда купалку, чтобы вы уже не бегали по магазинам, сломя голову, какую взять купалку, чтобы подошла. Затем клетку можно оснастить вот таким вот гнездом. Но это если клеточка была бы у нас побольше. А поскольку у нас клетка, вот видите, вы повесили, и там будет гнездышко вставляться изнутри. Канареечка туда заходит, там несет яичко. Но это я вам просто так, к слову показал. В данной комплектации не предусмотрен держатель для гнезда, потому как эта клетка для разведения не подходит. Она короткая по длине. Длина данной клетки 40 сантиметров. Для содержания одного кеннера подходит. Я сделал боковую дверь для того, чтобы, если вы поставите на комоде, к примеру, эту клетку, вот эту, тут у вас кеннер сидит, клеточка стоит. А вот как у меня, видите, стол, и вот тут вот, допустим, в офисе там или дома люди ходят туда-сюда, туда-сюда. Они могут зацепить ванночку. И поэтому сделал боковую дверку. И сбоку на специальный такой турничок подвешиваем купалочку. И птичка там спокойно купается. Еще хочу обратить ваше внимание, это очень важная информация. Если вы купалку вешаете с водой, а поилку убираете и думаете, ну там же вода есть, искупался, попил. Но у канареек так не работает. Канарейки очень чистоплотные птицы. Они крайне не любят пить воду, которая уже грязная, в которой они купались, условно говоря. Имейте в виду, то, что если у вас в купалке вода, обязательно должна быть в поилке чистая вода. Это многие просто делают ошибку, убирают поилку, вешают купалку. Итак, как убираться в клетке? Вот такой поддон. Выдвигается. Здесь бумага чистая, белая. Можно песочек насыпать, как угодно. Тут, в принципе, борт позволяет. Там защита стоит, чтобы мусор не летел в швы. В общем, все нормально. Поддон выдвигается полностью. Меняется подстилка, бумага или песок. И затем поддон задвигается. Вот. Здесь очень свободно ходит, сделал тут зазоры побольше, ходит свободно. Просто некоторые клетки впереди идущие были плотненько очень. В общем, вот так вот. Длина 40, высота 33-34, высота бортика примерно 8-7 сантиметров и ширина клетки 25 сантиметров. Вот со всех сторон
Пожалуйста, вот там рыбки у меня еще даже есть. Тут все рядышком. Сейчас на этом рабочем столе места мало. Надо расширяться, делать специальную комнату, чтобы клетки делать. Потому что здесь чуть-чуть стало неудобно. Тут видите, аквариум, все это дело. Так что, друзья, вот такие у меня новости. Кому клетка понравилась, пожалуйста, заказывайте, пишите. Я вас запишу в очередь, сделаю вам клетку, отправлю почтой. Пересылка очень надежная. Ни разу клетка не ломалась, все время приходила целая, все красиво, все аккуратненько, запаковываю и отправляю. Так вот, все со всех сторон вам показал. Клетка, кстати, обработана лаком, можно делать влажную уборку. Прошпаривать кипятком, там блох гонять, пироеда, это заблуждение, забудьте, никогда так не делайте. Просто сделали влажную уборку. Хотите под листик, который у вас будет на поддоне, насыпьте ромашки, насыпьте полыни. Это будет антисептик, это будет профилактика там пироеда, пухоеда. А так, в принципе, вы купалочку ставите, птичка чистая искупалась, ромашки отварили, птичка в ромашке искупалась, потом птичка в полыни искупалась. Такие разные ванночки на травах позволят вашей птице всегда оставаться красивой, здоровой и подвижной. Друзья, до скорой встречи на моем канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Можете не ставить лайки, это какое-то слово паразит. Каждый говорит, ставьте, не ставьте. В общем, информация понравилась. Пишите, звоните, заказывайте клетку. До скорой встречи. Всем удачи.